получены координаты. Прямо сейчас минометный расчет начинает работу по заданной цели. После тяжелых реактивных систем продвигаться могут и пешие расчеты. Прикрывают штурмовые группы и уничтожают артиллерию противоположной стороны минометчики. Количество, точнее частота залпов определяется боевой обстановкой и выполняется исходя из полученной команды. Но это крайне редкий случай, что мина улетает одна. Как правило, уходит место. Мина! 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 Противник умеет держать расчет в тонусе, но и сами знают, как отвечать. Поэтому оказалось, что отправляли до 400 снарядов. Да. Красногоровки. Чувак. Знаешь куда? Я видел. Где баба? Баба где? Зерк, я Юпитер. Да, бежи. Прилетело метров 10 от нас.